Зрителям придется затаить дыхание и постараться дышать ровно. Вот она, главная звезда конкурса. Сцена детского Евровидения 2018. Разработка белорусской художницы Галины Гомановой. Впервые за дизайн такой сложности взялась наша соотечественница. Обычно интерьер телевизионного конкурса проектируют специалисты Европейского вещательного союза. У нас есть сцена большая, сцена малая, мост между ними и длинные подиумы в зал, в танцпол со светодиодным полом. Отдельная локация грин-рум. Все это связано в единую систему, в единую композицию и охватывает все пространство ядра Минской арены. Огромная солнечная система с двумя сценами. Диаметр большого круга 14 метров. Грин-рум в виде острова будет буквально парить на звездном небе. Построить целый город с инфраструктурой и на прилегающих к арене территориях. Стилизуют все зоны конкурса. Пресс-рум, Bubble Delegation, индивидуальные гримерки и большой общий холл. Не только эксклюзивный дизайн, но и функциональность. Все объекты выполнят из невоспламеняемых, антивандальных и абсолютно безопасных материалов.